Телекомпания «ВИТ» представляет. Уважаемые телезрители, добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Если написанная вами песня нравится вам, это удачная песня. Если она нравится друзьям, это хорошая песня. А если она нравится врагам, это хит. Хиты нашей программы даже врагов превращают в друзей. Мы начинаем сегодня с нами здесь эстрадный оркестр под управлением Александра Евмененко. И, конечно же, наши игроки. Главное достояние, главная ценность нашего шоу. Прошу вас, занимайте ваши игровые места. Начинаем нашу сегодняшнюю программу. Знаете, в вас, мне кажется, борются сейчас два чувства. Радость и волнение. Yes. Радость. Я наконец-то здесь. Волнение. Лучше б я сюда не приходил. Дорогие друзья, пусть радость захлестнет, перехлестнет волнение, а я пока познакомлю вас с нашими телезрителями. Участница под номером один – Любовь Юдина, город Урюпинск. Оператор ЭВМ уверяет, что выражение «счастливые часов не наблюдают» применимо к ежедневным просмотрам нашей передачи. Решила, что настало время получить положительные эмоции от собственной игры. Участник под номером два – Игорь Еремин, менеджер по продажам офисной мебели. Обожает бег и музыку 80-х, причем одновременно. В игре желает проверить собственные силы и получить здоровую порцию бодрости и хорошего настроения. И третья участница нашей программы – Наталья Богданова, менеджер по туризму. Знает множество песен, желает получить невиданные впечатления от новой роли участника музыкального шоу. Что-что, а невиданные впечатления я вам обещаю, гарантирую. Считайте, что они уже на вас нахлынули. Любовь, вы участница под номером один. Выбирайте «Мобильная мелодия», отдел кадров, хиты 20 века. Явление природы. Явление природы. Любые природные нота явления в этой категории. Один. Нотка? Один. Один. 1000 рублей. Слушаем музыку. Дождь, Любовь. ДДТ. Дождь, ДДТ. Засчитано. Отлично. Выбирайте дальше. Явление природы, но нота номер три. Нота номер три. В этой же категории остаемся. 750 рублей. Слушаем музыку. Любовь. Снегопад. Снегопад, снегопад. Не мези мне на косы. Да, совершенно верно. Засчитано. Выбирайте. Явление природы, нота номер четыре. Нота номер четыре. Что за ней скрывается? Закончили. Давайте посмотрим. Плохая погода. А вот интересно, планируете ли вы дать поиграть своим соперникам? Игорь, Наталья, ну вы уже поняли, какого калибра игрок сегодня с вами на одной площадке. Смею вас уверить, можно составить конкуренцию. Выбирайте, Любовь. Мобильная мелодия. Это мелодии, которые очень часто люди записывают себе для мобильных телефонов. Хорошо. Нота номер один. Нота номер один. Слушаем. Любовь была первой, да. Я все-таки? Да. Бригада. Бригада, совершенно верно, защита. Рефлекс. Я думала, ты первый. Отдел кадров, что это? Это песни о любых профессиях, которые существуют, может быть, даже профессии будущего, да? Астронавт. Хорошо. Летящий к далеким звездам. Нота номер один, да? Да, нота номер. Слушаем. Да, Игорь. Игорь, вы отвечаете. Крепче за баранку. Крепче за баранку, где ты, шофер, совершенно верно. Из кинофильма «Там, где кончается асфальт». Угадно, отлично. Размочили сухой счет. Натали, вам нужно сделать то же самое. Я уверен, у вас это получится. Давайте поаплодируем нашим участникам. Им будет проще играть, легче и веселее. Игорь, выбирайте. Продолжаем. Оставимся в отделе кадров. Да, следующий. Третий. Любовь. Комбат. Комбат, батяня, комбат. Засчитано. Чтобы как-то сбить вот этот потрясающий натиск и бурю, я объявляю окончание первого тура, потому что нашим соперникам Любови нужно, что называется, перевести дух, может быть, чуточку поменять тактику и с удвоенной энергией заняться угадыванием мелодии во втором туре через несколько мгновений. Прошу взойти на подиум, уважаемые участники.
Да, явный фаворит по итогам первого тура. Но у нас не раз бывало, что во втором туре фаворит резко менялся. Одним словом, поживем, услышим. Дорогие друзья, продолжаем нашу сегодняшнюю игру. Все наверняка с нетерпением ждут исхода второго тура. Сменится ли лидер? Кто войдет в двойку полуфиналистов? Поживем, услышим. Поздравляю с выходом во второй тур. Вот если бы все так угадывали мелодии, как угадывают их жители города Урюпинска, наша страна была бы самой веселой и самой беззаботной. Игорь, Натали. Я специально чуть раньше закончил первый тур, чтобы во втором туре вы блеснули. Итак, аплодисменты всем нашим участникам. Любовь, вы как лидер первого тура выбираете категорию. Я слушаю радио, белорусские соловьи, фабрика звезд. Ах, какая женщина. Ах, какая женщина. Ах, какая женщина. Эта категория, знаете, специально для вас, как мне кажется. Натали, я жду от вас побед. Игорь, попытайтесь составить им конкуренцию. 1500 стартовая, вперед. Да, Любовь? Ах, какая женщина. А куда же вы смотрели? Да, а какая женщина, мне в такую. Совершенно верно. Выбирайте. Продолжаем. Продолжаем играть в этой категории. Слушаем. Там больше всех денежек. Слушаем. Да, Любовь. А Симона. Почему вы смотрите, а так, знаете, Симона. Осторожно. А вы не успели нажать, я надеюсь? Симона, девушка моя мечта. Симона, королева красоты, засчитана. Да. Игорь, Натали, ну постарайтесь, Любовь, как-то отвлечь. Игорь, расскажите ей анекдот. А только вы, Любовь, выберите, пожалуйста. Ах, какая женщина, да? Ах, какая женщина. А зачем вы руки брали с желтой кнопки? Я что вам сказал, не играть? Сейчас. Ага. Положу. Ах, какая женщина. Следующая мелодия. А Любовь вас опередил, Игорь. Слышу, а в ответ тишина, Алла Борисовна. Как-то слышу, я... Ну, кричу, а в ответ тишина. Крик, ну. А вы что говорите? Кричу. Что ж это получается? Не придирайтесь, Валдис. Не буду, крикнул. А в ответ тишина. Сильная женщина, совершенно верно. Угадано. Игорь, я хочу сказать, что у вас на счету 500 рублей. Вот если сейчас Наталья угадает хотя бы одну мелодию, она вас тут же обойдет. У нас все мелодии не дешевле 1500. Соответственно, либо увеличиваете отрыв. Натали, догоняйте. Любовь, выбирайте. И вам ничего же не грозит. Фабрика звезд. Фабрика звезд. 1500 стартовые. Да, Игорь? Не забывай. Нет. Сейчас. Она защищала честь нашей страны на Евровидении. Савичева. Юлия Савичева. Юлия Савичева. Совершенно верно. Вспомни меня, такие слова есть. Вспомни меня. Не забывай. Хорошо, засчитано, да, высоко так называется эта песня. Тихий полет, это легко. Засчитал. Выбирайте. Давайте, я слушаю радио. Я слушаю радио, песни популярные в наше время. Радиостанции их крутят с утра до ночи. Поехали. А я играю эту роль. Правильно. Как две сестры, любовь и боль, живут во мне неотвратимо. Отлично, выбирайте дальше. Там же остается. Там же. Слушаем следующую. Слушаю вас, Игорь. Кто это выдумал? Кто это выдумал? Алсу. Иногда. Так называется эта песня. Как получилось и кто это выдумал? Засчитано. Выбирайте дальше. Дальше. Я слушаю радио, четвертая мелодия. Кстати, вот чем хорошо артистам работать? Клип они снимают на экзотических островах летом. Как сумасшедшие танцуют, отдыхают, поэтому песня такая. Это была песня «Сумасшедшее лето», группа «Динамит». Никто ее не угадал, право выбора категории. Вообще, я должен был отдать вам, Любовь, не отдам. Натали, выбирайте. Там же еще есть? Нет, все четыре отзвучали. Есть либо «Фабрика звезд», ах, либо «Белорусские соловьи». «Белорусские соловьи». «Белорусские соловьи». Итак, это песни в исполнении Виа Песниры. Слушаем музыку. Натали! Белове. Беловежская. Шская. Пуща. Пуща.
А я зубр. Засчитано! Да. Белоярская боща. Что выберете? Соловьев? Соловьев. Спойте нам еще что-нибудь. Так бы хотелось. Соловьи, поехали. Любовь. Белоруссия, родина моя. Молодость моя, Белоруссия. Да, защита нам. Уважаемые участники, на этом время второго тура нашей программы подошло к концу. Натали, чуть-чуть, еще одна мелодия, и тогда вы были бы в полуфинале. Игорь, Любовь, ну, Любовь, естественно, выходит в полуфинал. Игорь, вы тоже становитесь полуфиналистом, а мы будем благодарить вас, Натали, за игру. Говорить огромное спасибо, аплодировать. Надеяться, что вы сохраните только хорошие воспоминания о нашем шоу. Всего доброго. Любовь, Игорь, до встречи в третьем туре. Прошу взойдите на подиум, уважаемые участники. Любовь, как всегда, продемонстрировала отличное знание музыки. Более того, благородство она дала своим соперникам поучаствовать. И они это сделали. Продолжаем наше сегодняшнее шоу. Продолжаем играть и предугадывать, кто станет победителем. Уважаемые участники, занимайте ваши игровые места. Вы в полуфинале. Любовь, Игорь, поздравляю, очень хорошая, очень интересная игра. Интересно, Любовь, удастся ли вам сохранить лидирующие позиции или в третьем туре, который, как всегда, непредсказуем, Игорю удастся вырвать победы? Поживем, услышим. А пока лидером по итогам первых двух туров является Любовь, поэтому она начинает торги после моей подсказки. Песня о превосходной степени выражения чувств. Прошу. Игорь, я попробую угадать эту мелодию с 7 нот. А я попробую с 6. А я попробую с 5. Угадывай. Угадывай 5 нот песни о превосходной степени выражения чувств. Ответ? Не помню. Не помните? Не помню. Самый любимый, самый желанный. Жасмин, так называлась эта песня. Сейчас становится 1-0 в пользу Игоря. Подсказка номер 2. Песня об ощущении преждевременности встречи. Игорь, вы начинаете. Любовь, я попробую угадать эту мелодию с 6 нот. Я угадаю эту мелодию с 5 нот. Угадывайте. Угадывай. Песня об ощущении преждевременности встречи. 5 нот. Раз, два. Потому что наши ангелы решили... Диана Грудская. Что должно быть хорошо, хорошо. Нам с тобой поспешили, да, сожалею. Потому что высоко. Нежная, так называется, эта песня, что становится 1-1. Успели вынуть ответ. Подсказка номер 3. Песня о желании быть недосягаемыми. Прошу вас, Любовь. Игорь, я угадаю эту мелодию 7 нот. Я попробую с 6. Я попробую с 5. Угадывай. Угадывай. 5 нот. Песни о желании быть недосягаемыми. Нас не догонят. Нас не догонят. Совершенно верно. 2-1. Отличный ответ. Досрочно, я бы сказал. Он родился у вас на 4-й секунде. Подсказка номер 4. Песня о желании повторять и повторять слова любви. Любовь, начинайте. Я угадаю эту мелодию, Игорь, 7 нот. А я 6. А я с 5 попробую. А я попробую 4. Угадывайте. Угадывай. Песня о желании повторять слова любви. 4 ноты. О любви не говори, о ней все сказано. Верный ход. Выдвинуть свою версию, если нет четкого решения. А это песня группы Иванушки Интернешнл «Я люблю». Помните? Пароходы, поезда, люди едут. Конечно, кто мы куда. Знаем эту песню. 3-1! Любовь побеждает в третьем туре. Спасибо. Игорь, несмотря на то, что проиграли, я могу сказать только слова похвалы. Аплодисменты продолжаются. Мы провожаем Игоря. Замечательно, интересная игра была. Интересный третий тур. Спасибо большое. Всего доброго, Любовь. Ну, а нам с вами суждено встретиться в суперфинале. Прошу взойти на подиум, уважаемые участники. Лидер не изменился. По-прежнему Любовь. Она выходит в финал. У нее нет соперников. У нее есть только препятствия. Это 7 мелодий и время. 30 секунд.
вот мы и в финале. Любовь Юдина, город Урюпинск. Собственной персоной. Прошу любить и жаловать, и восхищаться этой женщиной. Занимает центральное место. Поздравляю с победой. Вы знаете, какая мысль пришла мне в голову? Перед началом программы вы сказали, что в Урюпинске вас все знают. Это так? Да, так. Но меня, наверное, тоже многие знают в Урюпинске, если смотрят телевизор. Но в чем разница? Если вы проиграете, ведь каждый урюпинец из вредности подойдет к вам и скажет, ну что ж ты, Люба, что ж ты не могла? Ответственность на вас велика, но и слава, и почет тоже будет велик. И мы верим, что вы победите, обязательно победите. Итак, у вас 19 054 рубля. Можно заработать больше. Будет практически 30 тысяч без каких-то копеек. И главное, слава. Слава, слава. Ой, это сладкое слово. Я верю, что у вас все получится. Мы желаем победы и удачи нашей финалистке Любовь Юдина. Готовы? Любовь, готовы? Да. Вперед. Дорога длинная. Дорога длинная, да. Засчитана. Отлично. Мелодия номер два. Любите девушки простых романтиков. Отважных летчиков и моряков. Зачитана эта мелодия. Следующее. Кнопочку нажмите. Можно пропустить. Да, нужно я пропустить, помню, потому забыла. Что мы потом с ней разберемся. Угу. Идем дальше. Вспомни. Да, это поет Пьер. Пьер Нарцисс, совершенно верно. Но не шоколадный зайчик. Не-не-не, он там говорит. А следующий вот его. Ты меня. Целуй меня, целуй. Целуй меня, целуй, моя деточка. Моя таблеточка, конфетка для любви. Или наоборот, конфеточка, таблетка для любви. В общем-то, лишь бы смысл поцеловать. Остается тем же. Дальше. Да, да, Жасмин. Так называется эта песня «Жасмин». Совершенно верно. Любила, так ждала. Все хорошо. В запасе 11 секунд. Неразгаданные две мелодии впереди, и нужно вернуться к одной неразгаданной позади. Поехали. Я не забуду никогда когда... свою любовь, свою ошибку. Есть! Мелодия номер 7. Кнопку, потому что у нас принято. Хорошая знакомая мелодия. Но поет один из самых, но визгливых неправильно. Но, знаете, иногда как визгонет так. Вискас. Вискас. Витас. Простите, я ошиблась. Витас. Ну, сказали там про звезду он там что-то поет. Что? И такой, знаете... Ну, когда лето проходит. Осень, это листопад там он. Он один. Осень. Осенний лист он там пел, по-моему. Ну, засчитаю, хорошо. Так, сука, одна секунда, да? Я мелодию забыла. Вы разгадали 6 мелодий, но не разгадали мелодию номер 3. Я сейчас сразу нажму. А на табло у нас одна секунда. Поехали! Все, успели нажать на кнопку. Та-да-та-та-ра-та-та-да-та-да-та-да-та-да-та. Вот самое их свежее, самое последнее. Раз. Он там любит ее. Там все друг друга любят. Это всегда в песнях они поют про любовь. 3. К сожалению. День рождения, так называлась эта мелодия. Вы не выиграли. Ну что ж, грустить не будем! Аплодисменты нашей финалистке, Любовь Юдина. Хотя я вижу, что вы расстроились, Любовь. Конечно. Так получилось. Надо было припев подать, а не куплет. Время сегодня сработало против вас. На самом деле, дорогие друзья, абсолютно не стоит расстраиваться, огорчаться по поводу проигрыша. Вас отделял маленький шажочек. Считайте, что на самом деле вы абсолютные победительницы. Ведь только спасибо. Вы стоите на этом подиуме. И только спасибо. Вами сегодня гордится Урюпинск. Всем урюпинцам привет. Спасибо за рекламу. Витас, осенний лист, продолжает наше сегодняшнее шоу. Счастливо. Здесь и
сна. Моя душа как будто вся в иголках. Куда же делась красота? Я разрываюсь от тоски. Yeah!